Но настораживает тот факт, что сейчас временно исполняющим обязанности Краснокамского района поставлен один из замов Гильмулина. Заявил о том, что у него достаточно много денег припрятано, по его словам, порядка 150 миллионов, и он всех купит. Где эти 32 дома? То есть 32 минус 4 остается 28. То есть на 28 домов фактически Рустем Хамитов наболтал, наврал. По моим сведениям, существует установка из Москвы никак не реагировать на голодовки, которые как бы организуются по тому или иному поводу в регионах, по той причине, что любая голодовка будет ассоциироваться с голодовкой Сенцова, без конца пополняется новыми и новыми продуктами-фальсификатами, башкирский сыр практически невозможно есть, молоко становится все хуже, но цветет и пахнет. Фестиваль уверенно приведет к краху и это предприятие, по крайней мере, вот это выступление, ее позиция на эхе Москвы ничего иного не предвещает. Без какого-то допинга, без полного одурманивания населения переварить результаты выборов, которые они сейчас для себя спрогнозировали, будет сложно. На прошедшей неделе суд оставил в заключении двух фигурантов уголовного дела в Краснокамском районе. Это глава Краснокамского района господин Гильмулин и его зам. Они как минимум 2 месяца еще проведут в заключении. Следствие продолжается. Мы уже говорили об этом герое в предыдущих выпусках. Конечно, Краснокамский район наиболее такой яркий. И он иллюстрирует тот уровень кризиса, в котором находятся кадры господина Хамитова. Вообще по республике очень интенсивно арестовывают, задерживают, отстраняют от должности и лишают полномочий вот этот кадровый состав Рустема Закиевича. Напомню, что он лично утверждает этих глав, прежде чем их послушно согласуют местные советы. И, конечно же, прямая ответственность именно Хамитова за подобных людей абсолютно очевидна. Господин Гильмулин в Краснокамском районе уже довел до ручки ситуацию. И, находясь в этом кресле практически 9 лет, человек, в общем, довел всех до состояния уже такого накала абсолютного и возмущения. Был пойман с поличным. Правда, сейчас он, уже успокоившись от той истерики, в которую впал в момент ареста, заявил о том, что у него достаточно много денег припрятано, по его словам, порядка 150 миллионов, и он всех купит. Ну, посмотрим, сможет ли его адвокат господин Зеликман за те 10 миллионов, которые он уже получил, отмазать своего подзащитного. Я надеюсь на то, что в этом случае правоохранители проявят некую принципиальность, и господин Гильмулин все-таки сядет в тюрьму, так же, как предыдущий раз было 2 года назад с главой города Агидели. Ну, в общем, будем наблюдать пристально за этим процессом. Через 2 месяца мы посмотрим, будут ли предъявлены конкретные обвинения господину Гильмулину, будет ли предпринята попытка его посадить на реальный срок. В общем, конечно, я оцениваю эту ситуацию как положительную, потому что подобных героев, конечно, надо вычищать из состава руководства районов. Но настораживает тот факт, что сейчас временно исполняющим обязанности Краснокамского района поставлен один из замов Гильмулина, за которым тоже числится несколько эпизодов практически криминального характера. Это и традиционное выделение земель, это и очень странная операция с одной из сельскохозяйственных ферм, которую совершил этот зам. Я думаю и надеюсь, что он не останется главой Краснокамского района. Но будем посмотреть, будем как бы следить пристально за этой ситуацией в этом районе. Традиционно говорим о долевом строительстве в Уфе и в республике. Напомню, что 19 апреля этого года господин Хамитов
дал практически точный прогноз решения этой проблемы, дал совершенно конкретные обязательства. В частности, он заявил, что 32 дома проблемного строительства будут сданы в 2018 году. В общем-то, до конца 2018 года осталось 4 месяца. И мы уже четко видим, что это обещание останется неисполненным, потому что максимум, что случится, это 2 практически готовых дома сданы в Миловском парке. Остальные дома проблемные в этом комплексе, в общем-то, находятся на уровне фундамента. К ним никто не приступал, денег на их достройку нет. И больше успеха в этом жилищном комплексе достигнуто не будет. Еще один или два дома будут сданы в жилищном комплексе «Серебряный ручей». Тоже седьмой дом там, ну, готов на 95% и будет сдан 100%. А девятый-десятый дома, может быть, успеют сдать в 2018 году. Я не уверен до конца в этом, но, тем не менее, они будут сданы в обозримом будущем. А вот дальше я не знаю, где эти 32 дома. То есть 32 минус 4 остается 28. То есть на 28 домов фактически Рустем Хамитов наболтал, наврал в своих обещаниях. Кроме всего прочего, у нас не только решается эта проблема, а наоборот, она углубляется. Я прогнозирую, что в ближайшие месяцы возникнет проблема с домами, которые строил ФЖС. Пока дольщики там еще пребывают в неком, значит, таком спокойном и расслабленном состоянии, но скоро они поймут, что ФЖС своих обязательств не выполнил. Господин Нагорный, Туманин и прочие Гусевы, которые провернули вот эту дикую аферу с ДКСом, ФЖСом, в общем-то, фактически ушли от ответственности. Нагорный ушел со всех постов и там канул в безвестность, если не обращать внимания на его попытку стать депутатом госсобрания. Туманин, Гусев вообще как бы отстранились и ни за что не отвечают. Но, повторюсь, проблема с количеством недостроенных домов будет только увеличиваться, а не уменьшаться, как обещал нам Рустем Закиевич Хамитов. В дополнение истории про долевое строительство и обманутых дольщиков хотелось бы добавить то, что голодовка дольщиков жилищного комплекса «Цветы Башкирии» завершилась. 12 дней они голодали, 3 человек попали в больницу и были увезены скорой помощью. Никакой реакции властей на это не последовало. И одной из причин такого вакуума, такой тишины, может быть то, что, по моим сведениям, существует установка из Москвы никак не реагировать на голодовки, которые как бы организуются по тому или иному поводу в регионах, по той причине, что любая голодовка будет ассоциироваться с голодовкой Сенцова, и какая-либо положительная или там конструктивная реакция на эту голодовку признана нежелательной. Если это действительно так, то это, конечно, абсолютно людоедская позиция, которую, я так понимаю, с удовольствием здесь восприняли в нашем маленьком сельском белом домике. И вот этим может объясняться вот это безразличие и тишина, и отсутствие какой-либо реакции на, в общем-то, экстремальное проявление протеста. На мой взгляд, голодовка – это самый крайний способ протестовать и требовать чего-то от властей. Дольщики и прочие, кто что-то пытаются требовать от властей, изменят тактику, возможно, появятся какие-то новые формы этого протеста. Может быть, осенью мы увидим какие-то манифестации, шествия, какие-то еще акции, не дай бог, связанные, скажем, там, с перекрытиями автомобильных дорог и прочих вещей. Я не думаю, что люди оставят попытки достучаться до властей, потому что, ну, иначе это уже может превратиться в какую-то форму отчаяния и, ну, перейти в более острые и жесткие фазы. Все-таки пускай лучше люди каким-то образом протестуют и требуют что-то от властей, чем переходят к отчаянным или каким-то экстремистским действиям. Хотя, в принципе, ситуация, конечно, балансирует на вот этом рубеже. Музыка.
Единственным ярким событием в общественной жизни города Уфы на этой неделе был очередной фестиваль «Молочная страна», который радует жителей Уфы уже много лет подряд. Однако в последнее время это, конечно, все больше и больше напоминает некий фарс и освоение денег через торгово-промышленную палату, потому что надо не забывать о том, что, в общем-то, производство молока резко упало в Республике Башкортостан. Республика давно уже выбыла из рядов лидеров по этому продукту. Мы все больше и больше видим на прилавках магазинов молочные продукты, привезенные из других регионов и даже из других стран. Качество наших молочных продуктов не выдерживает никакой критики. Оно снижается, оно без конца пополняется новыми и новыми продуктами-фальсификатами. Башкирский сыр практически невозможно есть. Молоко становится все хуже, но цветет и пахнет фестиваль. Господин Фазлыев регулярно осваивает выделенные из бюджета и внебюджетных источников деньги. Зная о его манере ведения дел, я нисколько не сомневаюсь, что он очень крепко зарабатывает на этих фестивалях, но то, как все меньше и меньше эти мероприятия подкреплены действительно молочной и сельскохозяйственной продукцией, вызывает некие опасения, как бы в скором времени уже этот фестиваль не превратился в фестиваль несуществующей продукции. В медийном пространстве продолжает бушевать третья содовая война. Мы не можем обойти своим вниманием появление в эфире «Эхо Москвы» в Уфе госпожи Бортовой. Я, честно сказать, впервые видел ее в каком-либо эфире, впервые видел ее говорящей. Реакция моя была первая, конечно, совершенно ужасная. Первое, что мне пришло в голову, это цитата из «Собачьего сердца», когда профессор Преображенский говорит: «Позвольте, а как же он служил в очистке?» То есть человек практически не умеет формулировать мысли. Каким образом она там где-то что-то работает, каким-то джарщиком, пиарщиком, совершенно непонятно, потому что мгновенно человек слетает на оскорбление, попытки задеть собеседника. Ой, для меня лжехимик. Господа, давайте. Куда вы для меня лжехимик? Если я с потолка беру, хорошо? Мы как в Первом канале будем, что ли? Не важно. Давайте не будем перебивать друг друга. Мне слово предоставили. Прекрасно. Про то, что она экономист, это, конечно, стоило бы обсудить отдельно. Я много раз встречал на экзаменах. Студент выкладывает все, что лишь бы не молчать. Поэтому это подход удивительный. И, да, я не все-таки химик, а я действительно доктор химических наук. Поэтому... А я доктор экономических наук, ничего страшного. Проследив трудовой путь госпожи Бортовой, ничего кроме грусти и печали, наверное, не получается. Она поработала в администрации президента России, взаимодействуя с Государственной Думой и ее экономическим блоком. Мы знаем, в общем-то, все достижения в этой области. Потом она трудилась на Почте России и в АвтоВАЗе. Ну, наверное, худших иллюстраций для победы в области экономики, наверное, не подыскать. И вот теперь она, значит, попала в эту соду и, видимо, уверенно приведет к краху и это предприятие. По крайней мере, вот это выступление, ее позиция на «Эхе Москвы» ничего иного не предвещает. В частности, госпожа Бортова сообщила нам о безвредности белых морей в Стерлитамаке. Мы не несем никакой экологической, не то что угрозы, вообще, собственно, ни малейшего вреда мы не причиняем природе. Мы, наоборот, очень много вкладываем в то, чтобы эту природу улучшать вокруг нашего завода. Дистиллерная жидкость – это всего лишь соль обычная, поваренная, и это хлористый кальций, это то лекарство, тот БАД, который продается у нас в аптеках, люди ее используют для укрепления сердечной мышцы, костей и так далее. Есть даже наблюдение, что там, где сбрасывается хлористый кальций в реку, да, там панцирь лучше, там у ракообразных, там кости крепче у рыб. О том, что соль – это вообще абсолютно безвредное вещество, и натрий хлор никак не может влиять ни на экологию, ни на здоровье человека. Хотя элементарная Википедия нам сообщает о том, что в определенных дозировках натрий хлора – это смертельный яд.
Кроме того, засаливание земель и пресной воды в водоемах – это, в общем-то, считается экологической катастрофой, ну и так далее, и так далее. То есть вот подобного бреда на уровне химии 8 класса я, честно говоря, не ожидал от госпожи Бортовой, позиционирующей себя химиком и экономистом. Ну, в общем, конечно, ужас-ужас. Прямо скажем, и обращаясь к соде, от которой мы все ждем, в общем-то, ну, некого конструктива, я думаю, что отстранение госпожи Бортовой от той деятельности, которой она сейчас занимается, должно быть первым конструктивным шагом навстречу решению проблемы сырья содового производства в Стерлитамаке. Ровно через две недели, через одно воскресенье, все мы пойдем на избирательные участки, чтобы проголосовать за новый состав Государственного собрания Республики Башкортостан. Вообще более тихого, беззвучного, невидимого избирательного процесса в республике я не припомню. Как они смогли сделать так, чтобы никто вообще не знал про эти выборы, никто нигде не фигурировал, никаких избирательных, значит, обещаний, никаких акций, никаких мероприятий, никакой агитации. Это просто фантастика какая-то. Есть ощущение, что сделана ставка на минимальную явку на выборах и максимальную фальсификацию на этих выборах. Но не упущу возможности позубоскалить на эту тему в том смысле, что на прошедшей неделе в Бельгии был арестован рекордный груз кокаина, который, к удивлению полицейских, был отмаркирован логотипом «Единой России». И я осмелюсь предположить, что из тех 2 тонн, которые «Единая Россия» пыталась импортировать в Россию этого запрещенного вещества, львиная доля должна была бы все-таки прийтись на региональное отделение «Единой России» в Республике Башкортостан. По той простой причине, что без какого-то допинга, без полного одурманивания населения переварить результаты выборов, которые они сейчас для себя спрогнозировали, будет сложно. Если в госсобрание пройдут такие персонажи, например, как Юмадилов, как Нагорный или там Абызов и прочие вот эти скандальные известные персонажи, то иначе как под наркозом республика дальше существовать не сможет при таком госсобрании. К сожалению, этого не понимает Хамитов, которому, в принципе, наверное, наплевать на то, кто пройдет госсобрание. Не понимают этого ни региональное отделение политических партий, такие как «Справедливая Россия», которая, полностью одурев от тех денег, которые они получили за вот эти кандидатские удостоверения, практически закрыли глаза на то, кого они понабрали в кандидаты. Я думаю, что результаты выборов, конечно, будут катастрофическими на самом деле для Республики Башкортостан. Постоянно возвращаясь к теме Филиппова и последствий, которые он принес для города и экономики столицы республики, можно отметить то, что, в принципе, похоже, что существует некая спланированная и планомерно осуществляемая операция по устранению всех сторонников, всех сотрудников, коллег, я не знаю, подельников господина Филиппова. Иначе было бы непонятно, почему так подряд, значит, убирают, отстраняют или, значит, обвиняют в каких-то преступлениях вот эту фактически преступную группировку. В частности, на прошлой неделе появились обвинения в адрес господина Султанова, который возглавлял службу заказчика и технического надзора во времена Филиппова. Судя по всему, первоначальные обвинения составляют порядка 43 миллионов рублей. Судя по всему, наверное, эта сумма будет расти, потому что вот эта структурная единица активно участвовала в тех махинациях, в которых обвиняется сам Филиппов. Ну, будем надеяться, что это не последний, значит, эпизод вот этой спецоперации. Я надеюсь, что всех коллег, в кавычках, Филиппова вычистят из мэрии, и мэрия наша, наконец, как бы задышит полной грудью, город начнет по-настоящему работать на благо его жителей.
исчезнут те препоны, которые были выстроены Филипповым и его командой с подачи, безусловно, господина Хамитова, потому что он все это дело крышевал, и, ну, в городе начнутся изменения в лучшую сторону.